Уфимском бассейне «Дельфин» в пятницу 24 марта начались ежегодные соревнования, посвященные Дню освобождения Бельца от немецко-фашистских захватчиков. В турнире примут участие около 270 спортсменов из Тирасполя, Кишинева и Бельц. Специальными гостями соревнований стала украинская команда из Киева. Перед началом чемпионата участники почтили память погибших героев минутой молчания. Всем спасибо, кто нашел время и смог приехать. А приехали сегодня гости из дальнего зарубежья, гости из Украины, Киев, аплодисменты, пожалуйста. Команда Украины пришла просто на наше чемпионатное соревнование. Дальше приехали со стороны Сирасполя, хорошо. Главный судья Евгений Пасечник рассказал, что на подобных соревнованиях впервые собралось такое большое количество участников. Приехали на эти соревнования 270 спортсменов. Это 11 команд. Также у нас участвует команда с Киева приехала. 8 команд из Кишинева, с Тирасполя и, конечно же, и команда муниципия Белс. Ребята будут награждаться грамотами, медалями. И также в каждой категории мальчик-девочка будет награждаться отдельно кубком. Ну, такое количество, 270 человек, еще ни разу не было в нашей школе на данных соревнованиях. Поэтому для нас это очень много, и мы постараемся провести их так, как положено. Соревнования будут проходить два дня, 24 и 25 марта.